А уже стрельбой закончилась погоня в Барановичах. Экипаж ГАИ попытался остановить автомобиль Audi для проверки документов, но водитель проигнорировал требования дорожной милиции. Чтобы остановить машину возможного нарушителя, экипаж применил табельное оружие. После того, как авто остановилось, шофер и пассажир попытались скрыться. 20-летнего водителя задержали уже дома, а пассажира пьяным в лесу. В отношении водителя составлено 4 протокола.